почему? Ну потому что, вы знаете, о, приду, это, вспомнил, анекдот. То есть партнер у меня, японский партнер, Андрей Медонос, еще раз, кто не знает, Андрей Медонос из Сибири. Вот так катаемся вечером, глубокая осень, вот так хорошо на коняшке. Пошел прокатиться. Значит, анекдот хочу рассказать. Японец мне, партнер мой рассказал в Японии. Нос сейчас вытру. Говорит, это, прилетел я к нему в Японию, а он в России 3,5 года прожил, мед здесь искал. Ну вот рассказывает мне анекдот. Слушай, говорит, анекдот такой, вот я тебе, то есть это. Ну, может, он, конечно, слышал, просто переделал на свой лад, но все равно очень интересно. Рассказывает, значит, прилетел японец, это, в Россию. Он у меня, он русский так более-менее знает, этот японец. Ну, 3,5 года здесь жил, изучал мед, вот все, медовую тему, короче. Алтай, Башкирия, там что, не знаю. Он сказал самый хороший мед, кстати, между прочим, ну, перед анекдотом. Он сказал самый хороший мед, вот по его, значит, исследованию, это Байкал, конкретно остров Ольхон. Так, возвращаемся, значит, к анекдоту. Вот анекдот такой. Прилетел японец, он японец, начинает анекдот. Прилетел японец в Россию. Ну, конечно, что там, пожил, по, как говорится, понаходился, что делать? Ну, в баню, естественно, в баню. В баню его позвали, значит, эти, русский и хохол. Русский хохол позвали в баню, приходят они втроем, значит, парятся. Хохол такой, о, я могу вообще до утра сегодня париться в бане. Они его спрашивают, а как так? А я свою отправил там в Таиланд еще с тремя замужними, отправил в Таиланд, в общем, там она отдыхает, а я здесь. Ну, ладно. Русский, а я, ну, слушай, хохла, и говорит, а я вообще могу неделю целую гулять. Да, а как это так, а в чем дело? Они, японец его спрашивают, хохло. А я могу, говорит, целую неделю, а в чем? А я ее, говорит, в Турцию отправил, свою жену. Отправил в Турцию еще с двумя замужними, и я целую неделю свободен. Поворачивается к японцу и спрашивает, причем это надо учесть, это японец мне рассказывает. Поворачивает к японцу и спрашивает, а вы своих жен куда-нибудь отправляете? Японец так, знаете, головой так покачал, нет, говорит, никуда не отправляем, мы сами с ними спим. Это вот такие вот анекдоты про нас ходят, кстати, в Японии. Но это не про присутствующих, конечно же, присутствующих. Мы своих жен никуда не отправляем. Знаете.